Сейчас Путин ослаб. Для решающего рывка им нужны новые аргументы. Эти новые аргументы – это новые успехи украинской армии. Но вы правы, мы не можем зарабатывать эти новые успехи самоубийственными атаками на минные поля. Надо очень остро поставить вопрос перед нашими союзниками, что немедленно мы должны, понимаете, вот напомнить им, что речь идет ведь не о какой-то благотворительности. Вот есть какое-то государство, которому вообще можно помогать и благодарить должны, что что-то делаем. Украина выполняет историческую, уже выполнила историческую функцию спасения Запада. Вот если бы Киев пал, и Путин с ядерной бомбой оказался полтора года назад на границе Балтии и Польши и повторил бы, вот, собирайте манатки, выбирайтесь, то что бы сделали бы эти Салливаны, Бернси тогда в администрации? Да, отступил бы Запад и ушел бы с мировой арены.